друзья, всем привет, с вами Павел Морозов, Сочи. Мои клиенты и подписчики, в первую очередь, это деловые люди, и я ценю ваше и свое время, поэтому сразу скажу, кому этот обзор будет интересен. Этот ролик будет интересен, в первую очередь, инвесторам, которые хотят вложить свои 2-2,5 миллиона рублей и приумножить свои капиталы, заработав 800-900 тысяч рублей чистыми, пройдя полный цикл инвестирования. Так уж вышло, что те люди, которые хотят купить недвижимость для себя, неохотно покупают стройку, не хотят ждать полный цикл строительства, а покупают в готовом доме и делают ремонт и живут. И именно на этих людях зарабатывает максимальную прибыль наши инвесторы. Друзья, ну а речь пойдет о единственном на данный момент комплексе, который строится со всей решительной документацией, стоит на правильной земле под многоквартирный дом, на равнине, рядом со школой, с детскими садами, с остановкой, в хорошем спальном районе, и цена на который сейчас 66 тысяч рублей за квадратный метр. Друзья, я подчеркиваю, это единственный комплекс на данный момент, который обладает таким набором характеристик. Это же Гагастелло, друзья. И подробную исчерпывающую информацию по этому комплексу я уже приводил на своем канале, в своем обзоре. Ссылочка на этот обзор где-то появится сейчас здесь на экране. Кому интересно, переходите, ознакомьтесь. Ну а сейчас, дабы не тратить время именно на описание и повторение уже сказанного, я перехожу к сути предложения. Друзья, на самом деле, с начала этой недели прошло уже 5 сделок по этому объекту, и 2 задатка у нас сейчас в работе. Ну и также ряд людей интересуется. В основном, конечно, это те инвесторы, все наши клиенты, с кем мы уже постоянно работаем и работали на предыдущих других объектах, где покупали, также продавали квартиры. Друзья, сейчас еду на объект показать ход строительства. Это будет полезно и тем клиентам, кто уже приобрел, а также только тем, кто хочет только присмотреться к этому объекту. В этом видео я хотел также обратиться к тем людям, кто еще не имел опыта работы с нами, да, кто только присматривается к рынку недвижимости в Сочи и хочет стать инвестором, да, для кого, может быть, еще не все нюансы понятны, как проходит сделка, да, как проходит алгоритм извлечения прибыли. А это видео им будет тоже очень полезно. И именно на примере жилого комплекса Гастелло я хотел бы рассказать вам о схеме извлечения прибыли из инвестиций в недвижимость в Сочи. Как это происходит? Скажу сразу, каждого из своих клиентов мы сопровождаем на всех этапах сделки. То есть, начиная от подробной консультации по объекту, потом оформление задатка, встречи в аэропорту, заселение, показы объекта, оформление договора уже, да, непосредственно. И также, что немаловажно, и на самом деле это самый важный момент, мы сопровождаем клиента и при продаже. То есть мы занимаемся продажей вашего объекта инвестирования. То есть вы покупаете у нас квартиру, и мы же ее у вас продаем. То есть мы делаем обязательно предпродажную подготовку, то есть сюда входит стяжка, штукатурка стен. Именно такие квартиры являются более ликвидными по отношению к другим, да, которые с черновой отделкой. Когда туда заходит клиент потенциально, он видит белые стены, стяжечку, да, конечно, ему очень приятно это, и он потенциально психологически понимает, ага, большая часть черновых работ уже сделана. Мне осталось только обои поклеить и плиточку кинуть на пол. Поэтому такие квартиры продаются на ура, вот так вот. Конечно же, эта предпродажная подготовка квартиры входит в стоимость будущего объекта недвижимости, и она заложена уже в цене. Но человеку все равно психологически приятен этот момент. И продавать такие квартиры гораздо легче, чем продавать черновые квартиры. Именно поэтому мы всегда уговариваем клиентов сделать предпродажную подготовку. Таким образом, мы размещаем объект недвижимости на всех платных площадках, обязательно делаем ролик про этот объект недвижимости, да, про вашу квартиру, и сами находим клиента. От вас остается только прилететь на сделку и получить деньги. Друзья, именно потому, что я отвечаю за своих клиентов до конца, то есть мы ведем всех своих клиентов до конца и продаем объекты недвижимости на завершающем этапе строительства, да, извлекая прибыль для вас. Именно поэтому я не бегаю по всем стройкам и не показываю различные объекты, где фактически, ну, в большинстве случаев нет инвестиций, где заработок минимален. Ну, какой смысл показывать объект, где уже на вас заработал застройщик, там риэлтор и все остальные, администрация и так далее. Я показываю только те объекты на своем канале, где есть действительно заработок, которые будут вам полезны, не занимая ваше время. И именно поэтому я сейчас обращаю ваше внимание на ЖК Гастелло. Покупая сейчас по 66 тысяч рублей за квадратный метр, на выходе мы будем продавать ее по 90-95 тысяч рублей. Минимальную прибыль, которую вы получите, вложив 2 миллиона сейчас, мы будем ее продавать уже за 2,7 миллиона рублей. Таким образом, минимальная прибыль будет стоить 700, 800, 900 тысяч рублей в зависимости от площади, этажа и вида. Друзья, еще одна причина, по которой нужно покупать именно ЖК Гастелло, это то, что этот комплекс отвечает двум главным принципам инвестирования. Первое – это хороший спальный район с развитой инфраструктурой, а второе – это выходной бюджет. Дело в том, что квартира на выходе должна стоить не дороже 3-3,5 миллионов рублей, потому что это самый ходовой бюджет, и квартиры в этом сегменте, они хорошо дорожают и хорошо уходят. Если квартира на выходе будет стоить там 4,5-5 миллионов рублей, вы с этой недвижимостью можете немножко подзависнуть.
Поэтому ЖК Гастелло в этом плане идеально подходит. И вообще, друзья, единственная недвижимость, которая сейчас хорошо дорожает, на которую можно заработать, это недвижимость, которая находится в хорошем спальном районе и которая попадает в самый популярный бюджет. 3-3,5 миллиона рублей. Так называемые народные варианты. То есть элитка сейчас даже немножко дешевеет, а именно такие хорошие комплексы в хороших спальных районах, они неплохо дорожают, на которых можно хорошо заработать. Друзья, добавьте ко всему вышесказанному еще и квартиры правильной формы, то есть это такие планировки, как в средней полосе, если это однокомнатная квартира, то это 30-31 квадратный метр минимум, да, с двумя окнами, если это двушка, то это квартира угловая с тремя окнами, с двумя отдельными изолированными спальнями, с кухней отдельной, да, и вы получите, по сути, самый ликвидный объект, самую ликвидную недвижимость. Минусы у объекта, безусловно, есть, и о них я подробно говорил в своем обзоре, в полном обзоре по комплексу, вот здесь ссылочка сейчас где-то появится, кому интересно, перейдите. Друзья, я уже подъехал, кстати, стою прямо напротив участка. Ориентир, чтобы вы посмотрели, это улица Дачная, дом 18. Вот, пожалуйста. А кому интересно, откройте Дубль ГИС или Google карты, посмотрите, что здесь находится в этой локации, оцените сами. Я, с своей стороны, говорю, что сейчас я подниму коптер и покажу, как обстоят дела у нас на строительной площадке. В первую очередь, я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. То есть впереди у нас осень и зима, то есть неблагоприятные погодные условия. А здесь уже все земляные работы уже проделаны, то есть забурен 36 свай, сделан росверк, и сейчас идет возведение монолитного каркаса железобетонного, да? То есть никаких грязных работ уже не планируется. Таким образом, работа будет выполнена в срок и будет идти по графику в любые погодные условия. Друзья, напишите мне на WhatsApp или позвоните, я вам отправлю сразу полную информацию по объекту, включая техническую документацию, инженерную, разрешение строительства, а также актуальный шахмат на данный момент, и мы сможем с вами выбрать наиболее ликвидные квартиры, которые мы с максимальной прибылью продадим потом, впоследствии. А это квартиры на верхних этажах с видом на лес, на зелень. Все квартиры еще не проданы, поэтому квартиры на верхних этажах еще есть. Друзья, первое повышение цен на этом объекте уже прошло, но через нас вы все еще можете купить по старой цене. Торопиться тоже не стоит, то есть по 66 тысяч рублей вы сможете приобрести вплоть до 25 числа. То есть время еще есть. Не спешите, оцените свои финансовые возможности. Есть ли у вас свободные активы сейчас, чтобы вложить, когда и приумножить. Если есть, то, конечно же, вкладывайте. Также, друзья, кто по тем или иным причинам в этом видео не нашел ответы для себя на какие-то вопросы, завтра будет трансляция именно по ЖК на Гастелло, где мы обсудим все нюансы по этому комплексу, ответим на ваши вопросы в том числе, поэтому предлагаю поприсутствовать. Завтра вечером в районе 19:00 по московскому времени встречаемся у меня на канале. И также, друзья, завтра обсудим еще и варианты вложения других бюджетов, не 2, 2,5, там 3 миллиона рублей, да, а если у кого-то, допустим, миллион, полтора, мы тоже озвучим завтра эти варианты, куда их можно сейчас выгодно вложить, там, или, может быть, даже купить квартиру для себя. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, друзья. Надеюсь, я дал максимально возможную информацию для тех, кто уже стал инвестором или для тех, кто только хочет им стать. На этом все. С вами был Павел Морозов из Сочи. Всем добра, хорошего настроения, успехов в ваших делах, побольше здоровья вам и вашим близким. Живите богато. Всем пока.